Доброе утро. Продолжаем изучение Мишны. Трактат Псахим, 2 глава, 5 Мишна. Говорит святая Мишна. Элу дварим шадам юце ваген юдей хуватоба песах бахетим басаурим бакусмин увашифон увашиборет шуаль ваюцин бадмай увамаасер ришон шенитла трумато умаасер шени ваегде шенивду ваакуаним бахала уватрума аваль ло ватевер вело вамаасер ришон шело нитла трумато вело вамаасер шени ваегде шено нивду חלות תודה ורקחי נזיר, עשאן לעצמו אין יוצאים בהן, עשאן למכור בשוק, יוצאים בהן. Значит, Мишна здесь переходит к новой теме, к заповеди «Есть мацу, есть у нас обязанность по Торе, есть мацу в первую пасхальную ночь», то есть у нас с 14 на 15 Нисана. Все остальные дни Песаха нельзя есть квасное, да, если человек хочет есть мацу, он ест, если не хочет, он не обязан. Говорит Мишна, вот этими вещами, то есть этими видами злаковых, из которых можно сделать мацу, чтобы человек выполнил свою обязанность в Песах. Да. Это пшеница, рожь, овес, полба и ячмень. Значит, можно из всех этих видов злаковых, можно сделать мацу. Сегодня там есть люди, у которых там аллергия на какой-то, на глютен, там, на пшеницу, так они ездят мацу из... не помню, как называется, это из полбы, да, которая не вызывает аллергию, да, так это тоже разрешено, хотя комментаторы говорят, что наилучший вид мацы это все-таки пшеничная маца, и есть два объяснения, почему, или потому что пшеница более твердая, она сложнее заквашивается, или потому что она считается самый лучший вид злаковых. Тут тоже часто есть путаница, кусмин, да, кусмин это полба, да, а часто путают с кусемет, кусемет это гречка, да, гречка это не хамец, есть уже много людей, которые сжигают там гречку перед Песахом, гречка это китниот, ашкеназские евреи не употребляют ее в пищу в Песах, но это не хамец, это не квасное. Значит, дальше, чтобы понять, что говорит Мишна, нужно небольшое предисловие сказать, да, в земле Израиля есть законы, связанные с земледелием, определенные части урожая мы отделяем, значит, есть семилетний цикл. Сейчас как раз мы находимся, сейчас седьмой год Шмита. Значит, первые 6 лет семилетнего цикла нужно отделять от плодов определенной части урожая для коинов и для левитов. Седьмой год, поскольку у нас коммунизм, и все, любой еврей может зайти в земле Израиля на любое поле и собирать там то, что ему нужно для еды, то отделять тоже ничего не надо. Значит, как отделяется? Значит, когда человек собрал урожай, сначала он должен отделить то, что называется трума для коинов. Теперь по Торе он может отделить сколько угодно, даже одно зернышко. Но мудрецы постановили, что если человек щедрый, то одну сороковую, если средний, то одну пятидесятую, если жадный, то одну шестидесятую урожая. Значит, после того, как он отделил эту часть урожая, это отдается коинам. Теперь в наше время, когда коины ритуально нечистые, там еще по целому ряду причин, это есть разное, если это небольшое количество, это просто оставляется, пока не испортится. Если это большое количество, то есть разные решения, как там Иерусалимский зоопарк, например, он находится во владении одного коина, и все животные считаются животными коина, и там получают животные в Иерусалимском зоопарке такие фрукты, которые на рынке не найдешь, самые лучшие. Потому что коин может есть это не только сам, но и скармливать это своим животным. Да. Так теперь, после того, как отделили эту часть урожая, то от оставшегося нужно отделить 10% для левитов. Да, это маасер. Значит, после того, как отделили, то есть одну, допустим, 50-ю, от оставшегося 10%, то от оставшегося отделяют еще 10%. И это зависит, значит, в первый, второй, пятый и шестой год семилетнего цикла это вторая десятина, называется маасер шени, вторая десятина. И эти плоды, отделивший, ест сам, он никому их не отдает, но он должен съесть их в состоянии ритуальной чистоты в Иерусалиме только. Теперь, если ему сложно, он не ходит каждый день в Иерусалим, да, или очень много плодов, то он может выкупить их на деньги, с этими деньгами пойти в Иерусалим и купить там еду, когда он пойдет. Туда. Например, деньги легче хранить, чем тонну пшеницы, например, да, и съесть тоже проще, да. Так, соответственно, это масаршни. В третий и шестой год вторая десятина, она ее не ест сам хозяин, он дает ее бедным. Да. Значит, тут есть разница. Значит, трума, она имеет статус святого. Да, то есть ее не коин, который ест, нарушает запрет по Торе. Маасер, сейчас мы поговорим, то, что отделяется левитам,
второй массер или, или который выкупили на деньги, как так обычно делали, или отдали бедным, он хулин, это будничное, это не имеет статус святости. Теперь левит, после того, как получил свою десятину, он должен отделить ее, от нее еще десятину, то есть от 10% от оставшегося после отделения трумы, которое получает левит, левит отделяет еще от того, что он получил 10% и отдает это коину. Это называется трумат маасер. Да? То есть он тоже должен коину поддерживать, потому что коины это более, они приносят приношение, они делают более важную работу. После того, как левит отделил трумат маасер от своей десятины, то оставшееся у него тоже имеет статус хулин, будничного, это можно есть любому еврею. Значит, говорит Мишна, мы сейчас не будем вдаваться в самые подробности, иначе мы не, там, не уложимся в наше время. Тут много-много чего в этой Мишне, тут Гемара разбирает. Значит, говорит Гемара, в ее цин бедмай, и можно выполнить заповедь мацы дмай. Что такое дмай? Значит, в Гемаре рассказывает, что Йоханан Коэн Гадоль, первосвященник Йоханан, он решил проверить, что происходит в земле Израиля. Да, нужно понять, что в то время еврейский народ делился на различные группы. Были группы, которая называлась Прушим, да, фарисеи, это мудрецы Талмуда, потомками которых являемся мы. Была группа, которая называлась Цдуким, Садукеи, которые не признавали устную Тору. И была основная масса народа, простой народ назывался Амарец, да, то есть неучи, народ земли. И было много разных аллахических вопросов, связанных с этим. Так Йоханан, первосвященник, в то время он послал посланников по всей земле Израиля. Они проверили, что происходит, отделяют ли люди. Ведь нет полиции, которая, как налоговая полиция, как сегодня тот, кто не отделит налоги, ему посадят в тюрьму. Но тебя за это, никто, если не отделишь труму или массер, никто тебя в тюрьму не посадит. Это только на твоей совести. Вопрос в чем? Потому что человек собрал урожай, потом приходит на рынок это продавать. Ты не знаешь, если это в России, например, выросли яблоки, они кошерные по умолчанию, то в Израиле яблоки, которые выросли, они по умолчанию не кошерные, да, потому что пока от них не отделили все, что нужно отделить, их есть нельзя. Так проверили и увидели, что большинство людей, все, точнее, увидели, что все отделяют труму, потому что это очень мало, да, всего там 1/60, там, такое же кошерно, а по Торе даже еще меньше, да. Так все отделяют труму, но большинство амарацей отделяют десятину, но есть меньшинство, которое не отделяют десятину. Постановили мудрецы, что если человек, который покупает еду у амараца, то она имеет статус дмай, то есть, скорее всего, она отделена от нее все, но есть подозрение, да, и нужно еще раз отделить, да, десятину. Теперь у этого постановления есть ограничения, например, на бедняков не постановили, потому что если человек бедный, то он может есть дмай просто так, да, то есть может идти на рынок, покупать у амараца в те времена, да, есть, не отделяя десятину. Теперь можно выполнить обязанность мацой, которая куплена на амараце. Да? Почему на самом деле? Потому что любой человек может сказать, мое имущество становится ничейным, я отказываюсь от всего своего имущества, в этот момент станет нищим, и тогда эта маца станет для него кошерной. Да? Поэтому он может выполнить заповедь. И также первые десятины, от которого отделили труму, то есть то, что левит отделил уже, да, это... Мы сейчас не буду вдаваться, потому что все это очевидные вещи. Гемара разбирает, что здесь говорит не совсем про те ситуации, которые видны на первый взгляд. И второй маасер, и эгдеш. Эгдеш – это то, что человек посвятил храму. Человек может сказать, что там, я знаю, мои очки посвящены храму. Получается, статус эгдеш, они святые, им нельзя просто так пользоваться. То же самое, можно сказать, эта пшеница посвящена храму. Он не имеет права ей пользоваться, обязан отдать в храм. Но, как и маасер шени, как второй маасер, он может выкупить это на деньги. Это опять становится будничным, а деньги становятся святыми, и деньги он уже относит в храм. И коины могут выполнить заповедь есть мацу халой и трумой. Да, хала, то есть это когда еврей печет тесто, то больше определенного объема, то он должен отделить от него определенную часть теста для коинов. Да, немного, да, что это тоже имеет статус святого. Да. Так, и, соответственно, то же самое трума, она тоже имеет статус святого. И это можно есть только коином, и коин может выполнить заповедь есть мацу этими вещами. Потому что мы могли подумать, что можно выполнить заповедь только тем, что разрешено всеми, а не только коином. Но не тевель. Тевель – это то, чего урожай, который точно отделили, то, что нужно отделять. И нельзя выполнить также свою обязанность есть мацу в Песах первым маасером, от которого не отделили его труму, и не вторым маасером, эгдешем, который не выкупили.
То есть, другими словами, некошерной мацой невозможно выполнить заповедь, если есть маца в Песах. Халот туда, халы благодарственного жертвоприношения. Если человек избавился от опасности, он должен принести жертвоприношение туда. И вместе с жертвоприношением приносится 40 хал из четырех видов, по 10 хал каждого вида. Они, эти халы, они мацовые, да, то есть они не квасные. Да. Мы привыкли, что маца это такой сухой корж, но на самом деле мацу можно сделать и булку тоже, и лепешку, и так далее. И лепешки назира, то же самое, назир, человек, который назарей, который взял обед, не стричься, не пить вино, после того, как заканчивается время его обеда, он приносит жертвоприношение, вместе с ними тоже приносит, приносит халы, да, и лепешки. Так, сделал их, значит, сделал их для себя, а не выходит, невозможно выполнить заповедь. То есть, а сделал для того, чтобы продать на рынке, выполняет заповедь. Это очень важная аллаха, то, что говорит здесь Мишна, то, что маца должна быть шмура, да? Она должна быть, когда мы охраняем, чтобы она не заквасилась в процессе приготовки, то нужно это охранять во имя заповеди мацы. То есть не просто так. Человек, который просто так испек или для какой-то другой цели, да, то это, этим нельзя выполнить заповедь. Любая маца должна быть шмура. Если вопрос там, с какого момента, или с момента выпечки, или есть мнение, что с момента, когда уже начинают жать на поле пшеницу, да. Это то, что сегодня есть большая путаница в России, что маца шмура, это говорят, это ручная маца. Да, это не так, это не связано одно с другим. Это маца, которую охраняли, чтобы она не заквасилась, оберегали, чтобы она не заквасилась во имя заповеди мацы. Итак, такой мацой можно выполнить заповедь в Песах в первую ночь, другой мацой нельзя. Спасибо большое, хорошего всем дня.